Так, ребята, всем привет. С вами Артём. Вы находитесь на канале Пео Пок, и мы продолжаем играть Brawl Stars. Да. Max to the max. Да блин! Мне быстро идет. This is just a warm-up, right? Да я не понимаю, что это за говно компьютер? Что за это говно, Макс? Почему такая... Ну, такой... Она такая... Почему она зависает? Да блин! Да блин, 4 секунды! Да посмотрите, не это на 10-е! На таких кубках. Офигеть! Это не понимаю, каким донатером надо быть. Ну, я почти продержался, ребят. Так что норм. 4 секунды не хватило. Вот посмотрите. Вот что это за донат? Вот что это? Вот посмотрите. Вот что это? Это донатер. Вот 100%. Донатер. Могу 90% донатить. Ну это хотя бы... Не, не донатер. Он просто... Вот это донатер. Вот, вот 100%. Не вот это, а вот это донатер. 100%. О, 99,9% это донатер. Окей. Забесили меня. И решили. Так, 4,7 уже. А, понятно. Почему такой кривой компьютер, и он идет прям очень криво? Вот смотри, вот что это? Самый кривой, это... Я удивлюсь, да не мешай. Да что это за... За... Такой... Да куда я иду? Что это за... Я один тут, то есть, играю. Вот зачем она подошла? Почему он стоит? Почему он в кустах стоит? Не, то есть, я один играю, да? Вот, все, все умерли. А он не умеет играть. Мы сейчас не пойдем.
Да блин, невозможно на компьютере это играть, в эту игру. Как они играют на компьютере? Либо они сильно прокачаны, либо, не знаю, они играют, наверное, 2 года, и они профессионалы. Куда я иду? По-любому не на компьютере играет. Это комп. Ой, не комп, а браузер. То есть этот. Да, все, мы проиграли. Невыносимый этот Мюстакс не создан для Brawl Stars. Ну, для... А он даже не рекламирует Brawl Stars. Вот почему. Почему он не создан. Убейте, нубы вы. Так. Я один. Ну, а вам повезло. Вот скажите, что не, на компьютере не возможно реально играть в эту игру. Вот скажите, как вы на компьютере играть в эту игру? Вот посмотрите, я просто нажимаю вот этот вниз листаю, а он нажимает на персонажа. Говно, извините меня, оптимизирован этот Brawl Stars. А давайте попробуем на джойстике. Вот как будет? Не знаю, либо мне... сейчас, подожди. Сейчас, подождите. О! Вот посмотрите, вот я трачу один билет. Зачем папа сказал мне 100 тратить? 30 тратить. Вот, смотрите, геймпад. Блин, я забыл, как его... Вроде вот это. И старт. А, все, не работает. А, все. О, хоть на геймпаде немножко удобно. Ну, еще надо наловчиться играть. Ну, хоть какое-то управление есть. Блин, он еще потеет. Надо научиться на игре. А как ульту нажать? Вот, серьезно, а как ульту нажать? Где это там? Почему мне нафиг брался этот? А, геймпад есть. А где? А, я понял. Если X не нажмется, я не знаю, что будет. Блин, так тянется. Так неудобно. Да блин, геймпад! Либо я такой кривот, либо... О. А почему ульта не нажимается? Почему геймпад такой кривой? Вот смотрите, о, хорошо хоть атака, но мы его, по-моему, победили. Но не буду говорить сразу, что мы победили. Сейчас заиграем. Вот что это за геймпад, ё-моё. Я знаю, что я не умею играть на геймпаде. Я лучше на телефоне играю. Вот, а где супер атака? Где супер атака? Если его сажать. Все, да, бывает. Извините за все одобрение. Это легко, потому что я один билет поставил. Приз билетов и все проиграть, это вам не хры-пухры. А это приз билетов не буду тратить, потому что я проиграю, не буду говорить мат. Потому что Суперселл или Ютуб забанит за такое. 3-2 проигрыш, а когда вы, наверное, ставите больше билетов, мне кажется, там даются топ-игроки, наверное, которые умеют играть, ловкачи, ну и не знаю кто, которые умеют играть, и это, и все равно сливаешь. Надо ставить 2 и 1 только, если вы не такой азартный. Не знаю, что я поставлю. Давайте 8. Не, давайте... имба есть. Нет, спайк пофиксили. Давайте попробуем. Спайком. Вот что это за подбор?
А, вот. О, пошло. Да уходи! Вот, вот Блэд, я не знаю, зачем я пишу. Вот зачем? А, я не могу их давать. Да, блин. Ой, косой, извините меня. Ну хоть похитить. Не, реакция нормальная. Просто дотянуться до мышки, когда меня уже убивают. Не придется мышку вот сюда поставить. А чё, почему они умирают так быстро? Так, подходим. Бросаем. Так почему? Вы что, догнать не можете? Серьезно? Она просто убегает от вас, ребят. Зачем вы Фрэнков берете? Не принимаю. Не, я не злой, просто я не люблю проигрывать. И не ставлю. 20! Там не знаю, какой азарт мне профессионал должен. Да блин, ульта, блин, не ставящийся. Не знаю, почему он завис. А вы знаете, что мы проиграли? Все, вот проиграли. Может, затем на это, может, там какой-то профессионал. Один ящик, да? За два билета. Нормально. 30 билетов тратить на все проигрыши. Нормально, да? Нифига. Давайте один билет, посмотрим, выиграем или нет. Это вообще. Кстати, не знаю, пассивка вторая работает. Ну еще надо уловчиться, а попасть боссом. Блин, грубо не джойстик. Почему именно я? Да блин. То есть я один играю, да? Да, я один играю. Там один вообще стоит. Не, нормально, нормально, нормально. Что это за... Да куда ты подходишь, Фрэнк? Кстати, нормально мы его... Вот когда на один мы идем, мы выиграем. Когда на 20, на 10, там, наверное, я же говорю, там увеличивается шанс проиграть, вы чё? Блин, я машина нагиба на... Для... А, я играю, там еще Фрэнка играет. То есть два игрока играют. За... Ну, максимум три. Я добью! Я добью! А вдруг ударила эта имба машина? Против этих. Ну чё, навык навлавчивается. Конечно, очки сил. Какие пассивки? Вы о чем? Кстати, сегодня пассивку... Папа пассивку выдал на Сергея. Вот такую. А, вот такую. Давайте попробуем, не знаю. Опять один билет, потому что не хочу проиграть так сильно. Ей, уху!
Зачем вы меня бьете? Потому что я первый, что ли? О, привет. Должен окружить. Ульта! Да бегите в ульту! Зачем он стреляет в ульту? Стреляй, ну, Вась, добей. Ну, добей, наверное, команда слышится через задержка миллиард секунд. Давайте окружим его. Вот, еврей это только на себя использовал ульту. Ну, еще на какой-то биби, если честно, еще на кого-то. Ну и все. Давайте! Бегим, Ганги. Лучше нет. Почему ульта у меня в одном месте стоит? То есть, ну, чтобы делать так. Почему на меня? Потому что я сильный. А я не могу один. Почему мы так его слабо атакуем? Либо он про, либо... Да блин, да почему у меня тута? На компьютере я же говорю, уже не явный раз, что неудобно, ребят. Кидайте. Кидаю. Поздно я кинул, да. Да мы это уже проиграли. Ну выкупались. Я удивлюсь, если 10-й левел будет. Он стоит, ребят. Зачем они играют, когда интернет уже у них это. Найдите мне, пожалуйста, нормальных тиммейтов. Почему 36 очков? Ладно, не будем ныть. Найдите мне нормальных тиммейтов. Почему так нельзя найти? Хотя бы 3 тиммейта, вот так. Суперы. Суперселы. Он хоть один. Кто-то Дэрил, что ли? Вот, ставим один. Не знаю, выиграем или нет. Ну. Да куда ты джойстиком? Ульта как? Ульта. Вот компьютер и джойстик. Что, равно говно, да? Извините меня. Че ты убегаешь? Невозможно. Я не умею на компьютере играть этим боссом. Потому что так сложно, ё-моё. Вот что это за такое? Посадите любого тиммейта. Ну, какая сложная. Да да что это такое? Против меня, наверное, кто-то 10 кубков. Да что это такое? Да что это за дебильное такое? Да это невозможно. Против меня адские профессионально попались. Невозможный джойстик, невозможно, телефон миллиард раз легче играть, вот серьезно. Да мне все достало, иди нафиг. Да достали вы все, да это все уже не проигрыш, ребят, на невозможном компьютере. Да куда, какая ад? Ой, какой ад, это такой ад, посмотрите.
Мам, можешь замолчать? Я видео сделаю. Я видео делаю. Что? Что? Выгружу все равно. Я старался. Мама, не грузи. Ребят, ну, давно видео получилось, как всегда. Буду грузить, ребята, буду. Посмотрите, как я бомблю, ну, хотя бы без мата. Кого я там подкачал? Я говорю, что тут профессионалы одни играют. Тут шанс попасться на бам 0,0000000, так-то бесконечно, да. Один бесконечно. Вот так. Кого я там... Мистер Пи, что ли, прокачал? Где он? Да. Ну, фу, может, он. Бабла, мало у меня, извините меня. Я немножко поиграл, всем спасибо за просмотр, всем пока. Играть, вывод. На компьютере играть — это сущий ад, извините меня. Всем пока.